колядки, поздравления и песни. Так в Макеевке отметили Рождество. Праздник проходил возле главной елки на Театральной площади. Макеевчане увидели рождественскую сказку. В перерывах действия горожан развлекали песнями, конкурсами и танцами. Сколько людей пришло на эту площадь? Наверное, более 1000. Здесь взрослые и дети. Все радуются этому светлому празднику. С внуками пришла. Вот внучка там призы выигрывает, это меньше, и вот еще внук. Очень нравится, хорошо, радостно. Классно, именно танцуются, люди с такими лицами стоят, им все нравится, это прекрасно просто.